Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Первая пересадочная станция метро в Новой Москве появится в 2023 году. По сообщению пресс-службы Департамента строительства, станция метро «Коммунарка» станет первым пересадочным ТПУ на территории Новой Москвы. Открытие планируется в 2023 году. Глава ведомства Андрей Бочкарев добавил, что 20 июня открылась станция «Коммунарка» в Сокольнической линии метро. Сейчас строится одноименная станция «Коммунарской линии». Две станции свяжут друг с другом переходом. Новая станция откроется возле деревни Столбово в поселении Сосинском в 2023 году. Ранее сообщалось, что ее проект предусматривает выполнение отделочных работ в стиле биотек. Вся протяженность коммунарской линии метро составит более 30 километров. На ней появится 16 станций. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!